Посадить свое дерево в день регистрации брака, да еще в такой, когда и взрослые, и дети участвуют в ставшей уже традиционной акции «Лес Победы», на Жуковский проезд в сквер Сосенки приехали сразу две пары молодоженов. Корецкий Евгений и Женя познакомились 2 года назад в мае. И теперь вот опять же весной, решив создать семью, стали мужем и женой. Это очень хорошая идея. И, как говорят, да, надо мужчине посадить дерево, родить сына и построить дом. В общем, одно мы уже сделали. В посадке деревьев на Жуковском проезде приняли участие как жители Видного, так и представители организации. Не случайно, в общем, принято постановление развития парковой системы, так сказать, у нас, что мы очень довольны также, так сказать. Ну, в общем, откликнулись на это мероприятие практически все наш состав президиума. Я житель города Видного, и поэтому, конечно же, мне интересно принимать участие в жизни города. И вот такие вот уголки леса, они быть должны, и поэтому это очень хорошее дело. Я считаю, что к этому надо приобщать детей с раннего возраста, чтобы они понимали, что деревья такие же живые, как и мы, что им больно, когда их ломают. Ну и, наверное, хотелось бы, чтобы побольше было таких акций для населения. Второклассница Настя Князева пришла сажать деревья вместе с родителями. У нее в сквере есть уже деревце, за которым она ухаживает. Я люблю деревья, это природа. А природа для меня важна, потому что без деревьев и без кислородов от деревьев мы не будем жить. Жуковский проезд, куда пришли видновчане сажать деревья, место, где в середине 20-го столетия была большая деревня Жуково, откуда в годы войны все взрослое мужское население ушло на фронт. Многие не вернулись. В честь наших земляков вот мы решили посадить сосны, которые будут символизировать и напоминать всем нам тот подвиг солдата, которые ушли с наших мест Ленинского района и отдали жизнь за то, чтобы мы вот сегодня жили и радовались. В этот день на Жуковском проезде было посажено порядка 70 деревьев, которые, хочется верить, приживутся, будут расти, превращая наш город в зеленый парк. Людмила Медведева, Данил Свидерский, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.